Эфір телеканалу «Беларусь-2» розпочинає програма «Репортер» телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. Доброї раниці. Сьогодні у Гомелі відбудеться посідження обласного виконавчого комітету. На парадку дня – питання витворчого травматизму, ахови навокольного сяроддя та інвестиційної діяльності. За перше півгоддя у економіку Гомельської області у вигляді інвестицій накеровано більше як 19 трильйонів рублів. По темпах росту 100,1% гэта лепшы пасля Мінскай вобласці паказчык у краіне. Што тычыцца прамых замежных інвестыцый, то іх прыцягнута каля 175 мільёнаў долараў, што на 13 мільёнаў больш, чым было летась. Найбольш вялікімі донарамі капіталу ў эканоміку Гомельшчыны з'яўляюцца Расія, Германія, Італія і Літва. Гэтым летам на Гомельшчыне праведзена некалькі паспяховых аукцыёнаў па ўцягненні ў гаспадарчы абарот аб'ектаў, якія працяглы час не выкарыстоўваліся. Пры гэтым цана рэалізацыі вельмі значна адрозніваецца. Больш як 60% пабудоў зараз рэалізуецца ўсяго за адну базавую велічыню. Аднак для набыцця шэрагу будынкаў, якія размешчаны ў цэнтры Гомеля, можа спатрэбіцца да 12-15 мільярдаў беларускіх рублёў. Алег Сенцеров азнаёміўся з прапановамі і попытам. Згодна з дзеючай абласной праграмай, у гэтым годзе новых гаспадароў на Гомельшчыне павінны знайсці амаль 340 аб'ектаў, якія да гэтага працяглы час не выкарыстоўваліся. На сённяшні дзень планы атрымалася рэалізаваць на 60%. Аукцыёны праходзяць практычна кожны тыдзень. Зараз, напрыклад, плануецца прапанаваць два аб'екты з агульнай першапачатковай цаной у 28 мільярдаў рублёў. У нас в Гомеле сегодня таких два крупных аб'екта. Это бывший кінотеатр «Юбилейный», бывшее здание суда областного, расположена на Советской улице. Находятся они не в плохих местах города Гомеля, на проходных улицах, и, естественно, цена у них довольно высокая. Но в связи с тем, что мы только еще в начале пути, и сказать об изучении спроса еще рано, но этими зданиями интересуются. Будинок былого суда, наприклад, не тільки знаходиться у самому центрі Гомеля і має усі необхідні інженерні сітки, але і з'являється пам'ятником архітектури. 2000 квадратних метрів оцінені у 15 мільярдів. Прикладно стільки ж, до речі, планується отримати від продажу былого витворчого будинка системи відеоназірання, автономним інфрачервоним обогревом, пожарної і охоронної сигналізаціями. Доволі поспіховими у фонді «Гомель-Обалмайомость» називають акціони, які відбулися на минулому тижні. 5 продадених об'єктів і амаль 1,5 мільярда рублів у бюджет. У Гомельском районе, например, продали 6-поверховый будинок. Згодно с планами нового владельца, тут будет медицинский центр и база отпочинку. У Петриковском районе у былой школе створить агросядибу. До речи, тенденция этого года – набытие объекта под жильем. Для этих мет продадено четверть будинков. На первом месте – размещение вытворчести, потом открытие объектов гандлю, продорожного сервису и соцкульбыту. Поспеховость сегодняшних аукционов у Гомель-Обалмайомости тлумачить несколькими причинами. Сярод основных – первая початковая цена николи не повышается, а снижается вельми часто. В этом году мы отмечаем рост продаж на 35%. У нас предлагаются объекты в достаточно хорошем состоянии, по привлекательной цене. Цена у нас не растет, продаем мы в белорусских рублях, поэтому проявляется большой интерес со стороны покупателей. Также выставляем объекты под различные цели. У нас снижение предлагается на 20, 50 и 80%, а также за базовую величину. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшчыне захоўваецца пажаранебяспечнае становішча, абумоўленае адсутнасцю ападкаў. Аб гэтым паведаміў першы намеснік начальніка Гомельскага абласнога управлення МНС Сергей Мялешкін падчас праграмы «Задай пытанне ўладзе» на радыё «Гомель плюс». Летні перыяд для супрацоўнікаў МНС атрымаўся сапраўды спякотным. Статыстыка здарэнняў даволі сумная. У сярэднім штодзень рэгіструецца каля 25 узгаранняў у экасістэмах. Нярэдка па віне грамадзян, якія, нягледзячы на забарону, працягваюць наведваць лясы і распальваць вогнішчы. Людзей нават не спыняе адміністрацыйнае пакаранне ў памеры 30 базавых велічыняў. Трэба нагадаць, што забарона на наведванне лясоў в обласці дзейнічае і зараз. Тым часам пажары працягваюць прыходзіць з суседняй Украіны. Адзін з іх трапіў на тэрыторыю Лельчыцкага раёна і распаўсюдзіўся каля аграгарадка Глушкавічы. Спачатку пажар закрануў плошчу ў 90 гектараў, пасля выратавальнікам удалося скараціць яе да 70.
Сейчас принимаются все меры, создан оперативный штаб, куда вошли и представители работников леса, и работников МЧС, и местных органов власти. Стягивается вся возможная техника, привлекаются люди вовлеченные, чтобы данный пожар локализовать, ну и, соответственно, в дальнейшем ликвидировать. На протягу минулого дня жыхары Гомеля чували пах гару и могли бачить смог над городом. Однако, как поведомили супрацовники МНС, фактов узгарання у областном центре и Гомельском районе не было зафиксовано. Такие з'яви могут быть обумовлены пожарами на торфяниках у Буда-Кошалевском районе. Міжнародний обмін опытом, новаторські рішення і пропанови у сфері едукації обмірковувалися за круглим столом. Гомель і Бранськ протягують викладчицьке супрацовництво. Гэтая зустріча – одно з мероприємств жнівенської педагогічної наради. З подробязностями Катерина Сапельникова. Сьогодні подобное партнерство – взаємодопомога у пошуках актуальних рішень у системі едукації. Тема повышения якості навчання школьників склала основу діалогу. Кожний бок пропонував свої перспективні погляди. Я понял, что у нас очень много общих идей, главное, много общих проблем, пути решения которых мы усиленно ищем. Я скажу ответственно, что городской отдел образования города Гомеля, он уже нашел пути решения некоторых проблем, над которыми мы сейчас еще только работаем. Такая тесная сувязь обумовлена у першую чергу гістарична и географична, але для некоторых гомельских школ подобный контакт с Бранском перерос у сябровства. За круглым столом обмерковывались актуальные темы системы адукации, дистанционное навучание, развитие творчего потенциалу и умацевание материально-техничной базы. По мере того, как будем ближе подходить к этим вопросам, будет наиболее, на мой взгляд, практикоориентированные формы, которые будут предлагаться именно для обсуждения. Поэтому мы сегодня не говорим о том, что будем какой-то план такой дальносрочный, скажем так, разрабатывать. Говорим о том, что есть такая потребность, значит, будем встречаться. По выниках встречи гомельские педагоги отримали запрошение на науковую нараду у Бранску. Катерина Сапельникова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». На 29 жніўня у Гомелі обвешчана велосубота. Такая інформація была огучена подчас проведения отповедного брифингу у аблвыканкаме. Ініціатором акции выступила Федерация велосипедного спорта Гомельской области совместно с аблвыканкамом и областной держаутоинспекцией. Вероника Ворошилина с подробязностями. Хто з велосипедистов не марав, не остерегаючися за своє здоров'я і не порушаючи правила у дорожнього руху, покататься по городських автомагістралях. У Гомелі фантазія аматорів велопрогулок вирішили увасобити у життя уже у ближайші вихідні. Як планується, мероприємство буде організовано 29 жнівня на автодорозі у Сходній обиход. З 9 до 14 годин на адреску від пересечення вулиць Кам'янщикова і Чачерської до бульвара Гомельської правди буде заборонений проїзд автотранспорту. Коли велосубота пройде поспяховий протяг невеликую колькость гомельчан, организаторы мають намер зробить ее что-то дневой. Велодвижение – это ведь не только путь от работы домой, куда-то передвижение. Велодвижение – это еще и отдых. Очень приятно сейчас по городу встречать, когда целыми семьями ездят на велосипедах. Уже многое в нашем городе сделано. Появились в этом году велодорожки. Но надо продолжать эту хорошую инициативу. Удельники брифингу рассказали журналистам и об идее проведения доброчинного молодежного велопробегу. Его главная мета – долучение людей разного возраста до здорового ладу життя и активных форм организации вольного часу, а так само сбор сродков на доброчинные меты. Велопробег отбудется 20 вересня на территории Гомеля и района. Уделы им могут принять усе жадающие во возрасте от 18 годов. Усім, кто затекавлены поудельничать, необходимо до 14 вересня пройти регистрацию у социальной сетцы. Тут же можно ознакомиться с подробностями проведения велопробегу. Много ребят занимаются велокроссом, совершают свои велопробеги по пересеченной местности, по дорогам вокруг города. Ну и как-то так возникла мысль всех этих ребят объединить и провести велопробег, посвященный здоровой Беларуси. Наша инициатива получила отклик в лице власти, в лице людей. Поэтому постараемся провести это мероприятие, чтобы оно осталось в памяти у жителей нашего города. Ну, а те, кто будет участвовать, тоже, чтобы оно им понравилось и принесло пользу. Кожная из запланированных акций предугледживает для велоаматоров приемные сюрпризы и памятные подарунки. До того же, организаторы уверены, удельники отримают не только заряд становших эмоций, але еще раз обновить у памяти правила дорожного руху.
Чем больше мы вовлечем как и взрослых, так и детей в это мероприятие, я думаю, тем больше людей задумается и о безопасности дорожного движения, а также пересесть с автомобиля на велосипед и сделать, как и в городе нашем, воздух чище, так и дороги наши свободнее. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио компания «Гомель». У філіялі номер 300 Гомельского областного управления открытого акционерного товариства «Ощадный банк Беларусьбанк» отбылось ушанование першоклассников. Приемные подарунки от организаторов отримали ребята, которые впервые собираются в школу. Сирот их дети супрацовников банка, а так само выхованцы детских домов семейного типа, у будовництве яких предприемство примало удел. На доброчинную акцию были запрошены каля сотни детей, полова из яких выхованцы дитячих домов семейного типа с Чачерска, Хойников и Речицкого района. Подчас мероприемства их батькам-выховальникам были уручены сертификаты от Беларусьбанка на сумму 12 миллионов белорусских рублей. Меж тем, усе юные удельники доброчинного свята так само отримали приемные подарунки от организаторов. До того же им была пропонована цікавая забавляльная и одночасово познавальная программа, як, до прикладу, удел во уроку финансовой письменности. Варто отзначить, проведение подобных акций Беларусьбанком стало доброй традицией, бо клопот про детей у гэтым предприемстве заўсёды у приоритете. Мы практически делаем это ежегодно, и не только. Мы такие акции проводим к дню 1 сентября. Периодически проводим урок финансовой грамотности. И вообще стараемся все различные мероприятия, которые интересны, которые проводятся в банке, конечно же, приглашать деток дошкольного возраста. Мы их знакомим с нашим учреждением, с нашей работой. Как бы это у нас разработано, это наша задача, это наши цели. И, в общем-то, мы стараемся это делать из года в год. И на этом наш ранний выпуск завершенный. Дзённы глядите сегодня на телеканале «Беларусь-1» у 15:10. До новых встреч в эфире.